зрителям, подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня мы с вами будем разбирать мою теорию про квантовые скачки во Вселенной, про сансару колеса жизни и про то, почему у нас возникает дежавю. Представим, что наша жизнь — это дерево. Дерево имеет множество ответвлений, множество веточек, которые разветвляются еще больше. Вот, представим, что мы начинаем в самом низу. Вот здесь. И мы идем вот вверх, и каждое наше действие, я бы даже сказала, что наша жизнь — это куст, потому что уже из начала жизни, да, благодаря каким-то случайным событиям, которые позволяют нам выбрать то или иное действие, мы идем вот по веточкам, там какой-то определенной веточки, вот оно разветвляется, 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 пока мы не умираем. Но что, если мы, когда умираем, мы возрождаемся по новой, но в другом теле, в теле другого человека, и снова проживаем ту же самую жизнь, в том же самом временном отрезке, может быть, чуть дальше, просто в теле другого человека мы выбираем другие веточки, другие действия. И из-за того, что у нас выпадают разные жизненные вот эти вот всякие штуки, ситуации разные, что нам позволяет сделать как минимум 3 разных выбора. На самом деле 4, но 4-й это такой это вариант постоянный. Суицид. Вот, то есть у нас есть каждый раз минимум 3 выхода из ситуации. Мы выбираем тот или иной выход. И так постоянно, пока это дерево не заполнится полностью вот этими веточками, веточками, веточками. Иногда мы можем вернуться к ситуации или отложить ее. И тогда будет уже другая веточка. Другая веточка пойдет. И каждый Новый год. Я не очень люблю Новый год, потому что это такой очень странный праздник. У меня уже было 3 квантовых скачка в нем. 3 раза менялась Вселенная. Как она меняется? Она может меняться так, что вы даже не заметите. Но я замечаю, потому что это очень сильные перемены для меня. Например, был вход в метро вот здесь вот, а стал вот здесь. Понимаете? То есть я раньше поднималась и спускалась вот тут. А потом он стал вот тут. Резко, резко, после Нового года квантовый скачок, все изменилось. Никто этого не заметил. Мне говорят, что я сошла с ума, но нет. Я знаю, что это было именно так, что был вход здесь, а не здесь. Потому что я на этой станции жила очень много-много лет. И я помню, я запомнила, как там что было. Но они говорят, что это не так. А потом был квантовый скачок, когда мои воспоминания для остальных стали неверными. И это не касалось метро. Это касалось моей жизни. Я помню все по-другому. Они говорят, что это было не так. А я помню, что так. Я искала доказательства, подтверждения этого. Но знаете, в чем прикол? Некоторые диалоги удалились. Некоторые фотографии не найдены. Музыка, которую я слушала, только она сохранилась. Только музыка вот может подсказать, что случилось. Только это может дать нам какое-то правильное якорение событий. А якорение событий — это тоже очень важно, потому что только так вы можете запомнить, как с вами что-то произошло. Я вам это сейчас докажу. Есть у нас временная линия, временной отрезок. Допустим, вот этот. Вот этот временной отрезок. Если вы что-то делаете в этот момент, и вам это очень важно, вам надо это заякорить. Заякорить. Вот так вот якорь, да? Якорь. Ух, красиво, да? Вот заякорить это событие каким-то действием. Вы можете что-нибудь крикнуть внезапно. Вы можете там песенку какую-то слушать, которая вам очень нравится. Тогда у вас этот отрезок, промежуток запомнится. Также почему у нас возникает дежавю? Дежавю у нас возникает, потому что, следуя моей теории,
потому что мы перерождаемся в другого человека. Остается у нас остаточная память от прошлой жизни. И тогда, когда приходим на то же обстоятельство, ту же ситуацию, когда у нас веточка разветвлялась, да, у нас получается то, что мы делаем, возможно, другой выбор, возможно, тот же выбор. Но мы просто помним, что мы этот выбор уже делали когда-то. Это яблочко. Это уже сделанный выбор нами ранее, который мы проходим по новой. И таких событий может быть миллионы. Миллионы в нашей жизни, потому что каждая минута — это определенное событие, каждая секунда — это определенное обстоятельство, которое нам позволяет принимать то или иное решение. Если следовать теории того, что мы перерождаемся в другом теле, то есть, ну, допустим, вот так вот, да, у нас тут несколько тел, то все наши, так сказать, знакомые, которым мы негативно относимся, которые к нам негативно относятся, просто с нифига, да? Просто мы встретились, и они такие: ой, сука, ты сука. Это те люди, с которыми мы ранее поздорили. И, возможно, это мы сами. Просто мы этого не помним. И, возможно, из-за этого возникает синдром самозванца, то, что ты не должен быть на этом месте. То есть к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что мы можем переродиться в нескольких телах. Контакты между этими телами могут быть как положительные, так и отрицательные. Допустим, вот так вот. Каждый раз мы формируемся как личность по новой. У нас вырастают новые веточки. Мы новое дерево, уже новое дерево, да? Каждый раз. Но иногда у нас идет повторение нашей жизни просто в другом теле, да. И это получается, что мы захватываем те события, в которых мы были раньше, и понимаем, какой выбор мы сделали тогда. То есть либо мы его сделали неправильно, и нам у нас вот эта вот интуиция внутренняя, да, она говорит, что вот так вот не надо делать. Сейчас, да, там тебя, допустим, побьют, сейчас там тебя схватят, сейчас какая-нибудь фигня произойдет. И мы этого не делаем, потому что мы помним, что это уже происходило. И следуя этой теории, все человечество, вот наш вот шарик земной, да, вот этот вот шарик. Может быть, для кого-то он плоскость, но это шарик. Я это знаю, потому что я гоняла мячики. Мячики круглые, они крутятся. Земля тоже крутится. Земля как мячик, мячик как земля. Значит, земля круглая. Следуя нашей теории вот этой вот, получается, что все люди на планете, возможно, это один человек, просто попадавший в разные обстоятельства, в разные ситуации. Вот мы нарисуем вот много-много-много-много-много-много одинаковых. В разные обстоятельства, в разные ситуации, у него разное в жизни происходило, но из-за того, что он не может принять себя как мир, да, как целый мир, не может принять мир, получается, ему приходится заново переживать все. Некоторым приходится одно и то же переживать. Некоторым приходится просто начинать все по новой. Возможно, на самом деле, что все люди — это вот разные вселенные, потому что, ну, на самом деле, у нас живет достаточно много бактерий. И бактерии вот эти вот, да, для них мы вселенная, для них мы какая-то земля обетованная. И получается, что либо каждый человек — это одна вселенная, либо мы живем на планете, и мы не можем принять себя, и, следовательно, мы не можем принять друг друга. Поэтому мы не любим друг друга, мы не любим людей, потому что их много, и нам кажется, что постоянно что-то, вот то, что с ними происходило, происходило и с нами, а потом нам говорят, что с нами такого не происходило. Ну, это ведь интересно. Следуя нашей теории, у нас получается то, что мы попали в замкнутый круг. Я тут вижу лица, кстати, да. Вот, в замкнутый круг, который не дает нам из него выпасть. И даже единственный выход, который у нас есть, это смерть. Я рисую так, потому что это общепринятый знак, я могу нарисовать надгробие. Единственный выход, который у нас остается, переключает нас просто на новую жизнь. И что, если когда мы умираем, мы некоторое время еще все чувствуем? Но это уже тема для отдельного видео. Это очень длинная тема. Я не буду ее сейчас рассказывать. Вы просто напишите в комментариях, если вам интересно.
что происходит вот с человеческим сознанием после смерти, по моей теории, да. Потому что люди же не умирают мгновенно. И все это очень тяжело, очень страшно, конечно. И об этом тоже стоит говорить. Напишите, какие выводы вы сделали. Не пишите. Я сделаю их за вас. Получается, мы это дерево, наша жизнь это дерево с яблочками вкусными, да, иногда невкусными. Мы в лесу находимся, потому что каждая жизнь это дерево. Вот, каждый человек это червячок в этом дереве. Он тут движется по веточкам, кушает яблочки. Когда-нибудь его жизнь кончается, у некоторых жизнь кончается достаточно рано. От удара мячика для гольфа, например. Ну, что из этого следует? Из этого следует, что мы должны слушаться интуицию. Вот, слушаться. Слушаться интуицию, потому что интуиция — это наш прямой путь по этому дереву. То есть она нам подсказывает, что мы уже делали, и чего делать уже нельзя. И что делать, возможно, можно. И только интуицию, в принципе, следует слушаться. Старших слушаться не всегда полезно, потому что они иногда такой бред несут, просто пиздец. Я вас умоляю, не надо слушать всех и каждого, особенно старших, потому что иногда они тупые, честно. Слушайте только интуицию, внутренние ощущения и двигайтесь по этой жизни правильно, потому что каждый из нас дерево, и деревья сами по себе ходить не могут. Как правильно двигаться по этому дереву, вы можете увидеть на моих курсах на Boosty. Конечно, если только там наберется хотя бы 10 подписчиков, тогда я обязательно создам свой курс, вы узнаете все. Все узнаете. Обязательно пишите ваши теории в комментарии, если у вас они есть, конечно. Потому что теория — это такая штука, которую можно строить, но оказаться неправой вообще нигде. И может не прав никто, а может быть правы все. Потому что у всех своя теория, все — это каждая вселенная. Каждая вселенная — это все. Все разные. И у каждого свои правила. Вот. Поэтому пишите в комментариях. Задавайте вопросы. И обязательно приходите на стримы. Мы там играем в Warcraft. И иногда что-нибудь случается. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.